Попробуй еще раз. Описываю вам ГГБ против бессонницы, но это запрещенное вещество, так что... Не нужно мне оно. Я... Джоуи? Ничего, просто я могу заплатить и все. Ну, знаешь, когда отец покупает что-то своему ребенку. Как хочешь. Сюда приехали. На встречу с инспектором. Поживем здесь немного. Премия с тюремной зарплаты? Я тогда пойду приму душ, а после мы пойдем ужинать. Что думаешь, хорошая идея? Джоуи. Спасибо. Спасибо. Он ей в дедули годится. Ты чего так долго? Даже старше тебя. Видишь, у меня есть шанс. Да, только 200 баксов, не забудь. Что, думаешь, она? Проститутка, да? И о чем ты говоришь? Копия 226-го? Да, посмотришь поближе, может, пососешь на него? Вы, молодняк, считаете его крутым, а на деле это одно из самых ненадежных оружий в мире. Кто это? Это мой сын Исайя. Вижу, все возвращается на круги своя. Да. Понимаешь? Очень философский взгляд на всю проблему. Я бы давно сдох, если бы не эта сраная философия. Послушай, чувак, мы... Мы же были братьями. Кое я точно не пропущу. Но помимо траты денег на меня, чем займемся сегодня? Наверстаем упущенные годы.